О национальных проектах доступно и наглядно. В Чувашии запустили портал, на котором собрана вся информация о том, что уже сделано в рамках национальных проектов и что еще планируется. На сайте есть все от целей и нормативных документов до инфографики. На интерактивных картах отмечены все объекты, построенные или отремонтированные в рамках национальных проектов. В Чувашии один из национальных проектов, региональных у нас проектов больше 40. Специально не называю точную цифру для того, чтобы поняли этот масштаб и поняли объем, насколько этой информации нужно было аккумулировать. Тем более есть у нас объекты уже как бы завершенные, объекты, которые находятся в работе, объекты, которые в планах. То есть это вот все нужно было систематизировать. Для создания сайта провели онлайн-хакатон. Программисты со всей России участвовали в соревновании и предлагали свои идеи по разработке информационной платформы. Теперь любой пользователь может найти полную информацию о национальных проектах и их реализации. Портал доступен по адресу np.cap.ru.